Здоровья вам, друзья! Сегодня мы снова поговорим о рыбалке. Ролик создан по просьбе Николая Механика, но, надеюсь, и другим зрителям он будет полезен. Поехали! Начнем, как всегда, с подготовки. Для рыбалки на Венере нам понадобится следующее. Любой гарпун, приманки, которые можно приобрести у бизнеса на Венере. Ну и, конечно же, краситель, который будет подсвечивать нам рыбу. Чтобы найти нужную рыбу в долине, о ней нужно знать две вещи. В каком водоеме она водится и в какую погоду ее можно поймать. Всего водоемы делятся на три вида. Это озеро, пруды, а также пещерные водоемы. Что касается погоды, она бывает теплая и холодная. Холодный период длится 20 минут, а теплый чуть меньше 7. Какой период идет именно сейчас, можно посмотреть, открыв карту. Также эта информация есть на информационной панели в арбитре. Определиться с местом рыбалки и подходящей приманкой поможет вот эта табличка. Что касается самого процесса рыбалки, он ничем не отличается от других открытых локаций. Находим свечение на воде, выбираем гарпун, кидаем подсветку и ловим рыбу. Да, о соответствующей приманке забывать не стоит. Собственно, на этом информация по рыбалке заканчивается. И мы переходим к добыче руды и драгоценных камней. А с этим делом все проще. Вам надо иметь при себе бур, который можно приобрести на Цетусе или в Фортуне, а также запомнить местоположение вот этой пещеры. В ней больше всего залежей, выработав которые, есть смысл перезайти в локацию и все по новой до победного. Пара тонкостей о механике. Чем точнее вы будете попадать в центр скобок, тем больше ресурсов вы получите на выходе. Попадание в маленький сектор, такие мини-скобочки, позволит вам получить дополнительный ресурс. А на этом изображении показано, какие ресурсы можно добыть из синих и красных залежей. Собственно, на этом у меня все. Если понравилось, ставь лайк. Если хочешь узнать что-то еще, пиши в комментарии. Всем пока!